Это реплика от Антона Ореха. Когда в стране с Конституцией все замечательно, когда права граждан соблюдаются неукоснительно, а закон повсеместно торжествует, то у председателя Конституционного суда естественным образом появляется масса свободного времени для философских размышлений о судьбах России, ее историческом выборе и духовных скрепах, без которых, разумеется, никуда. И в размышлениях господина Зорикина не было бы ничего особенного, если бы он был кем-то вроде меня. Но когда главной духовной скрепой, удерживающей единство нации, крепостное право называет председатель Конституционного суда, то здесь одними цитатами из Некрасова не обойтись. Мы живем в такое интересное время, когда любая бредовая идея через неделю может стать федеральным законом. Когда вырванное из контекста слово способно превратиться в лозунг. Я далек от мысли, что Зорькин ратует за возрождение крепостничества. Но мы же возрождаем духовные скрепы, и если крепостничество назвать главной из них, то остальные уточнения и примечания тонут и становятся неважными. Большинство граждан этих пояснений не заметят вовсе. С таких же невинных ремарок, брошенных как бы между делом слов, началось, например, проникновение церкви в школу, а православие стало приобретать фактический статус государственной религии. Периодически нам предлагают установить и закрепить в той же Конституции какую-нибудь официальную идеологию, или назначить русский народ государствообразующим, то есть главным народом, или позволить нынешнему президенту править сколько угодно сроков, потому что кто-то считает главной скрепой крепостное право, а кто-то веру царя и отечества или самодержавие, православие и народность. У нас этих замечательных скреп можно столько отыскать в прошлой жизни, что мурашки по коже побегут. Что касается непосредственно крепостничества, странное сожаление, о котором выражает Зорькин, то давайте обойдемся без вывихов мозга и скажем, что крепостное право веками было нашей разновидностью рабства. И признаем, что рабство на Руси никогда не отменялось окончательно, даже в 1861 году, потому что крестьяне и потом оставались рабами царя. А при советской власти рабами государства стали колхозники. А разве институт прописки не был разновидностью крепостничества? Россия — страна непрерывного тысячелетнего рабства, которое лишь меняло названия и формы. Потому психология наша до сих пор рабская, потому и не нужна нам никакая свобода. Ни свобода выбора, ни свобода слова, ни свобода совести. Они нам просто не нужны, потому что никогда у нас свободы не было. Не жили мы при ней, не знаем, что это такое. А рабство было всегда, как его ни переименовывай и какими декретами формально не отменяй. И это рабство действительно является нашей главной скрепой, и на нем до сих пор наше государство и держится. Это реплика от Антона Ореха.